Всем привет, друзья! С вами Ларриэль, и на сегодня мы с вами опять в Лиге Героев, Героях Шторма. Уже запустили поиск нашего, так сказать, матча. Будем посмотреть, что у нас на сегодня. Конечно, отвалы немножечко, я уже подустал, хочется сыграть кем-то другим, но... Не знаю, кем получится, посмотрим от состава команды. Пока мы играли, видно, да, у нас и Вала больше всего игр. Вот так, матч, на удивление, быстро нашелся. Так, ну что ж, мы выбираем первое. А нет, ошибочка, выбирает первым враг. Хорошо. Мясник, ну куда ж без мясника в старой доброй... Старой доброй Лиги Героев. Так, хорошо, возьму. Я готова. Будем... Хотелось бы попробовать, конечно, через вампиризм поиграть, но я не уверен, что из этого выйдет. Ну и куда? Куда он пытается выбрать Валу, если видит прекрасно, что Вала уже выбрана? А? Soulbreak Dog. Я помогу тебе. Джайна. Понятно. Так, кто два наших противника? Смотрим. По-любому, думаю, будет Леорик. Хотя, может быть, и как обычно, Леорика заменяет мясник. Может быть, будет Загара. Элили в качестве хила тоже вполне вероятно может быть. Сейчас узнаем. 5, 4, 3, 2, 1. Регар. Не сильно, да. Кельтас. Поделаешь, этот кельтас везде и всюду. Кто у нас? Малфуриона хотят? Вариант интересен. Очень. Оу, что такое? Вот такая разница, да? То ли Малфурион, то ли танкист. Вы-то как-то определитесь. Анубарак или... Ну, барак или паладин. Так, ну, Малф с нами. Гном в качестве танка, Мурыч. Смотрим два врага, кто будет. Конечно, если он сейчас возьмет паладина, ну... Я не знаю, если Джайна будет не особо тащить, то нам будет ох, как тяжело. Потому что этот кельтас нормальной жизни не даст. Особенно Регар. Со своим этим нереальным отхилом это тоже такая задница. Ну, будем посмотреть, что из этого выйдет, да? Загара или Орик? Ну, в принципе, то, что я и предполагал. И кого он возьмет? Ну, еще одного танка брать, но это неадекватно. Нам надо реально чем-то бить. А кем является Анубарак? Анубарак у нас то ли... Хрен его знает, кем он является-то, а? Чё-то я не могу вспомнить. Он то ли специалист, то ли убийца, он явно не танк. Хотя он, падла, достаточно прочный. Я за него, кстати, ни разу не играл. Оу! Моя жизнь, служение. Вариант, конечно, достаточно странный. От кого он будет этим стелсовиком нагибать? Это Загару и Кельтаса, больше некого, по сути. Хорошо, хоть карта Вечное Противостояние, мы нашей Валой, в принципе, по точечному урону можем хорошо вливаться, да, в Ангела или в Демона. Ну, мы, по всей видимости, слева, поэтому мы будем за Ангела выступать. Что, ждем загрузки, друзья. Итак, комрады, загрузка прошла, мы начинаем. Так, я думаю, двину по... Понизу. Все-таки я решил понизу. Кто-то... Настоящие пацаны пушат по центру. Учитывая, что по центру никого нет. Не совсем понимаю, зачем они туда стоят. Очень странно. Ну да ладно. Стоят и пускай стоят, да? Так. Конечно... Хотелось бы попробовать, да, сыграть через вампирик, но не уверен.
15% от нанесенного им урона. Угу. Ну или же старая добрая Мантикора, да, каждая третья автоатака наносит на 50% больше урона. Блин, ну это круто. Чё-то кинули вы меня? Ох, мне уже пытаются прописать. Оп, аккуратнее. Оу. Фукух. Ах, засада, не успел отойти. Блин, и не взял. Так, ну ладно, будем... Ой. Оу, 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 фух, ухожу. Мать честная. А откуда этот хрен тут взялся-то? На, снаряд. На, еще раз. Благодарочка. Ай-яй-яй. По красоте в табло прописал. Сферу подняли. Блин, ну... Отойти, походу, из нее реально тяжело. Нужно... О, с нами боец на поньке. Вы готовы? Минус один. Уйти, 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 уйти. Фух, а, засада, не ушел. Ну, он меня поджег, пес. Ну, то к чему Малфурион остался сам, когда он хил и должен, блин, быть рядом со своей командой? Непонятно. Непонятно, для чего он там сам сражается. Это абсолютно так как-то неадекватно, что ли. Ну, поперли, поперли бить, а что нам остается, да? Будем лупить. Понеслась-то. Мурадин танкует, мы пулим. Давай. Вот этого хрена сольем по возможности. Так, ну он ушел. Загара, понятно. Ее мы особо трогать не станем, пускай живет. Срань такая. Так, на маунты. И поехали. И куда? Куда они стартанули? Должны все вместе быть, ё-моё. Опа, минус загарка. Yes. Слили. Загару слили. Малф, малф, живи. Пёса. Давай, минус мясник. Если сможем. Походу, мы его не сможем залить. Минус. Джайну спасли. Это хорошо. Даю Мантикору все-таки по старинке. Жаль, не успел. Пробач. Хотел, хотел спасти. Опа, Малф подтянулся с хилом. Это плюс. Оу, не знаю, что он там заюзал такого. Но что-то дерзкое определенно. Так, вперед. Так, Малф. Помогай. Давай, давай, давай. Yes! Первый ушел. Минус мясник. Раз, два, три, четыре, пять. Давай, давай. Yes! Красота. Минус паренек. А че его никак, не? Бывает. Ну, в загару давайте. Вау. Дерзко. Ну пипец, ну где? Где Малфурион был? Ну что такое? Бегает же рядом, там хоты по КД надо прожимать. Ну что, нас сливает, куда они побежали? И минус Малфа еще сейчас сделает. Не сделали, но мы слили, конечно, погали. Или нет? Пипец, у него просто понт остался. Обидно, обидно. Играли бы слаженней, все было бы превосходно. Так, радует то, что мы буквально тут в несколько человек можем его сдержать без проблем. Ну а как он мог выстрелить, когда я его... Убил, по сути.
Да ну как? Ну блин, ну где хил-то был? Ну чё ты тут бегаешь вообще? Бегает ни хила, ни хрена нет. Ну жесть. На ровном месте просто взяли и похоронили. Чуть загара здесь шарахается. Давайте там вчетвером сами. Пойду за Гарина Костыляна без маны. На никакого. Никакого спасения, да, так сказать, не предоставляет. Так, ну с хилом уже проблем не будет, это да. Это проблемно, зараза. Так. Лупим. На, отсекай. Давай, подонка, слить. Получила под хвост. Лоп-лоп-лоп. Покосила всех. Как пожелаешь. Тащу как бог. Я скоро прибуду, но со мной и владыка земли. Иду к цели. Тебе не уйти от моего правосудия. Так. Так, бежим на помощь пацанам. Воу. Блин, ну как так-то, а? Бежал, бежал и обосрался. Давай, приговорим этого подонка. Но! Ай, ну как так? Ну почти. Как же так можно? Ну жесть. В итоге его и отхилят еще. Блин, ну почти. Ну можно было его затащить. По урону. Блин, ну обидно. Абзац. Ну хорошо, хоть эти свалили. Койоты. Вообще покосили бы всех. Должны сменить позицию. Так, я надеюсь, хоть там все отхилились они. Просто так таблом щелкали. Понеслась. Ой, ну это мне абзац. Так, меня, конечно, приняли. Я так вот упал. Пострелял неизвестно куда, неизвестно в кого, да? Ну, молодцы, хоть убили. Это радует. Но ангела мы слили. В очередной раз. В загару, ес. Мясника туда же, на фарш, подонка. Красавца. Давай, наверх, наверх, наверх. Нужно его как можно быстрее сейчас похоронить. Оу. Так, пулем его. Так, где комрады там? Ё-моё. Никто не... Вот это по красоте было. Вот это видно, пацан нормально тащит. Шарит, да, как надо. Так, если... О, Малф, красавец, тоже сделал все как нужно. Ну, это зачет. Так и нужно. Это вообще жесть. Но это... Блять, ну, слов нет, да? Просто построил эту срань. И меня приговорили. Поехал бы за командой в обход, все было бы хорошо. Ну, не затащат без Джайны, увы. Увы, не затащат они. Мало того, Малфурион где-то далеко. Ну, Малфа нет, хила нет, соответственно, слип.
этим путем. Пес, но ну, жесть, это неадекват. Уходит даже из-под ульта. Куда стан? Да, не знаю. Это надо свалить, и получается неважно, да, что ты юзаешь. То ли ты используешь там. Красавец. Вовремя дал туда, куда надо именно. Молодец. Жесть. Охота продолжается. Че тут наспавнили кучу всяких уродов. Да, нашего там уже наполовину слили. Ничего, может, все-таки. Я меняю позицию. Отойти, 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 отойти! Ну как? Ну почему нельзя было отойти? Ну жесть! Ну что за подстава галимая? Ну как так можно вообще? Просто жесть какая-то. Блин, ну обидно, а ну. Ту загару вообще когда-нибудь мы убьем. Жесть. Ну, в итоге загара лупит. Можно, конечно, попытаться. В чем я сомневаюсь, да? Не, не успеваем по-любому. А может и успеем. Неужто успели? Капец, 715 хитпоинтов. Жесть, как обидно-то, а? Как обидно. Просто, ну, блин, на два выстрела, на три максимум. Защищайте форт! Вся слава небес! Давай. На, ловите плюху, ублюдки. Давай, давай. Ах ты, спадла, а? Красава, понеслась. Блин, а... Пацаны куда-то не туда немного. Пацаны в ангела по полной вкушались. Ну, понятно. Ну. Don't engage. Как, блин, don't engage? А, надо бить. Будем стараться. Охота продолжается. Собирать опыт. Ну-ну. Сейчас, короче, там всех покосят внизу. Будем собирать опыт. Вот. Хотя... Самое время и подтянуться вниз, да? Понятно. Уже, походу, не самое. Охота продолжается. Жесть, ну как так-то, а?
Уходим. Оу, там внизу что-то нехило так нас засыпают. Пацаны молодцы, они запускают к нам, да, отряд и пиздец. Отряд запустили, пока мы их раскладываем. Пол ангела уже нет. Ну, Феникса по красоте запустил. Зачет, да. Давай, 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 пулем. Красава. Yes. Серия убийств. Ваша команда доминирует. Мы побеждаем. Ох, не успел отойти. Затащили, нормал, слили кого положено и... Мой шаг так. Мы победители. Залп. Нужно с фонтана хлебнуть Децл. Я избавлю эти земли от твоей скверны. Надо помочь парню-то. Где мы там? Где, где, где? Давай мясника на фарш. Хорош. Красава, подошел прям куда нужно. Ох ты, пес. Так, ясно, уходим. Либо там беда. Блин, ну это жесть. Это сейчас вырвут лицо. Ну, бежим, 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 бежим. Мана, где мана, твою мать? Держитесь, мы должны победить. Так, ну это минус низ. Мы потеряли крепость. Герои. Так. Бессмертные. Скоро вернемся. Понеслась. Ой, это радует. Как пожелаешь. Дети, подонки. Да чё смотреть, давайте их зарулим. Кто ж возьмут? Я очищу этот мир от твоей скверны. Всё, я... Отродье тьмы. Понеслась. Нормал, мы его так проколупали. И все благодаря вашему верному слуге. И, оу, неждан. Что, они там драться будут? Они, короче, поняли, что там беда.
Давай, 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 Леорика, есть. Красота. Минус 2. Минус 3. Мана, мана, где? Давай, давай, раз, два, три. Сносим. Все, понеслась. Да не, не, не. Куда? А, я подумал, то на Леорика. Опасно. Зератул. Ты там что-то хулиганишь, да? Оп, отойти. И по красоте сняли. Так, тут он хрен этот. Я чувствую приник. Сама земля лучится славой нашей победы. Так, вот это вот нехорошо, да, они на крысу проходят. Точнее, даже не проходят, они просто запускают. Все, поперли. Хлоп! Отлично. Уничтожим этого героя. Мой шаг будет стремителен и дорог. Ну, это норм. Вот падла, а. Так, что-то там пошел отхил жесткий. Выносим, выносим. Есть, минус один, минус второй. Давай, 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 да, есть! Красота! Молодцы! Вообще, и минус этого тоже. Куда ты собрался? Есть! Молодцы, парни. Сносим именно. Хотя, чё нам, давай сразу сюда будем пулить. На, 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 на. Отойдем. Ах, не усп... Блин, ну чё я так затупил? Но ничего. Пулили, так сказать, пушили до конца, и все удалось. Ду, видать, ему понравилось, да? Ну, матч был неплох, неплох. Вот, ну что ж, друзья, ставим лайк за отличную игру. Не забываем подписываться тем, кто не подписался. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.